Всем доброе утро. Время час, а это значит, что растем в прогрессе, потому что вчера я проснулась, как вы помните, в 3 часа, сегодня я проснулась в час. Так и как бы надо каждый день, наверное, вставать раньше и раньше, а то спать много нельзя, потому что мне самой не нравится спать много. Вот так что все, просыпаемся. Настроение хорошее, и идем делать дела. В общем, я уже сходила, умылась. На башке у меня, конечно, черти что. Просто кошмар какой-то. Вот. Поэтому сейчас буду пить чаёк. И буду уже, собственно, не знаю, что дальше делать. Надо подумать. Может, к чаю что-нибудь в духовке сделать. В общем, не знаю, сейчас посмотрим, подумаем, покумекаем. Короче, сделала себе 2 хвостика. Не стала краситься сегодня прям ярко, сильно. Просто туши, брови немножечко подкрасила. Вот. Сейчас я думаю позаниматься, пока Тёма не пришел, пока никто меня не видит. Вот. Потому что прибраться я сейчас хотела доприбираться, но как бы, как вы можете заметить, вчера я прибиралась, там без толку прибираться, потому что Тёма собирает компьютер, и все равно останется бардак. Пока он его полностью не соберет, пока полностью не настроит ничего в компьютере, я не могу ничего поделать, не могу ничего этого трогать там и так далее, потому что, мне кажется, если я что-то начну трогать там у Тёмы, то я вообще все разрушу, и ничего не останется. Все, я готова заниматься, короче, оделась. Так-то вроде бы я худая, но, блин, мне вот это вот бесит. Вот это очень хочется убрать вниз живота. И, не знаю, просто подтянуться, что ли, потому что я вообще... Мне не нравится мое тело. Вот, все. Так что сейчас я распечатываю свой коврик. Наконец-то. Спустя сколько там? 2 месяца. Или 3. И все. И можно заниматься. Нашла какую-то тренировку на 10 минут, на 11. На все тело для начинающих. Так что сейчас попробую. А еще я заметила, что я очень часто говорю слово «не знаю». Так что извините, простите меня за это. Сейчас начнем заниматься, девочки. Хорошие, я все. Я сделала 10 минут, и я чуть ли не сдохла, честное слово. Это какой-то просто кошмар. Просто ужас, мои хорошие. Как заниматься? Как заниматься? Я уже не хочу заниматься. На самом деле надо, потому что, блин, реально. Что-то вот я вообще. Просто я закончила ведь БСТ, и поэтому сейчас физры не будет, ничего такого не будет, поэтому надо самой как-то приводить себя в порядок, что ли, я не знаю. Сейчас хочу еще сделать какую-нибудь тренировку типа растяжки, что-то типа того. Моя спина иногда мне говорит о том, что Юля, порастягивай меня, потому что иногда наклоняюсь, а потом разогнуться не могу, поэтому сейчас я, наверное, сделаю еще какую-нибудь маленькую тренировку, если найду, на растяжку. Вот. А вы мне, кстати, можете посоветовать какие-нибудь тренировки, потому что я вообще в этом не шарю никак. Вот, растяжка после любой тренировки. Давайте, поехали. Какая-то тупая тренировка. Мне не особо понравилась тетка, которая сейчас мне тут тренировку свою рассказывала, поэтому... Наверное, не буду я по ней учиться, но я рада, что я начала. Я начала это делать, представляете? Сколько я сидела, просто так ничего не делала, никакие тренировки. Так что сейчас, надеюсь, хотя бы через день или там 3 раза в неделю, допустим, буду делать. А потом уже, может быть, и попрет, и я буду делать каждый день ежедневные тренировки. В общем, посмотрим. Сделаю немножечко... Обмылась после тренировки, потому что, ну, как бы, сами понимаете, да?
Что вот как-то снимать? В общем, Тёма уже едет домой, поэтому я сейчас быстренько буду что-нибудь, наверное, придумаю, что-нибудь сделаю. Да у нас не с чего варить ничего, поэтому надо в магазин сперва идти, а потом уже делать какие-нибудь вкусняшки, невкусняшки. Короче, наверное, все-таки просто поедим опять рожки и все с сосиской. Вообще, конечно, тренировки вот эти все надо вот делать, и питание было, да, нормальное, и все в этом роде, но я вот так вот не могу. Я не могу вот так вот все вместе это совместить, чтобы и питание было нормальное, потому что если делать нормальное питание, то, понятное дело, надо есть какие-нибудь там овощи, наверное, да? Я, может быть, неправильно что-то говорю, но в основном те, кто правильно питается, они же едят там всякие овощи, фрукты, на завтрак у них там каша и так далее, не знаю. Вот, поэтому у меня дома, вот, например, у нас не всегда есть фрукты и овощи, поэтому я не могу себе позволить правильное питание. Наверное, из-за этого. Вот, все, что я себе могу позволить, это просто меньше есть, и все. Наверное, я так и буду делать. Уже, кстати, начала так делать, потому что, когда вот реально делала диплом, я просто 3 раза в день ела, и вот такими огромными порциями. Вот. До этого, до диплома, я кушала, ну, могла поесть 1 раз в день нормально, и там 2-3 раза что-нибудь перекусить, чай там или еще что-нибудь. Вот, а сейчас получается, что надо снова к этому возвращаться, потому что вес, конечно, меня не устраивает. Еще какие-то упражнения бывают на лицо, типа именно на второй подбородок, поэтому, наверное, надо их поискать и тоже поделать. Короче, не знаю, у меня слишком много слов не знаю, надо как-то тоже от этого избавляться, но пока я начала только снимать видео, поэтому я не могу, я буду на протяжении вот этого всего учиться пока что, разговаривать там, да, вот это все. И вот так вот, и держать камеру хотя бы научиться, потому что у меня все трясется, рука трясется, но это после тренировки у меня что-то немножко все подзабилось, и я вот так вот хожу с трясущимися руками и ногами. Вот, так что сейчас я буду ждать Тёму, скоро он уже подъедет, и покушаем. В общем, после того, как Тёма пришел с работы, мы прибрались на столе, теперь он там сидит, стримит. У него, кстати, есть канал. Я оставляю в описании его всегда, так что вы можете посмотреть. Вот, дома так холодно, я вся замерзла, поэтому вот хожу укутанная. В общем, прибралась в шкафчике, мне еще надо будет белье снять, сушилки, но это, наверное, сделаю уже завтра и переберусь. Полы помою тоже уже завтра. Вот. И, собственно, все, наверное, не знаю. Наверное, в этом влоге, если я сделаю его как один день, будет очень мало материала, поэтому я, наверное, сделаю 2 дня, типа одно видео, 2 дня. Вот. Сейчас думаю опять найти какие-нибудь ягоды в морозилке и покушать ягоды. Пока лето, надо успевать кушать ягоды, я считаю. Короче, я достала ягоды смородины и жру ее. Кошмар. Какая она вкусная. Да просто капец. Я сегодня вообще еще ничего не ела. Вот это моя первая еда. А до этого я только в основном пила чай. Сейчас часов 9, наверное, вечера. Поужинаем только и все. Всем привет. Сегодня уже 2-й день, как я снимаю влог. Вот, решила сделать 2 дня в одном влоге. Вот, так что... Сегодня мне надо разобрать сушилку, надо приготовить что-нибудь покушать, ну, точнее, рожки сварить просто, потому что у нас сосиски остались, а рожков больше нет, либо рис сварить, в общем, что-то сварить к сосискам. Вот, помыть посуду, которую я вчера благополучно оставила на ночь. Замачиваться, потому что там сковородка жирная, и поэтому решила, чтобы она ночью постояла у меня со средством. Вот, ну и сегодня еще буду мыть полы, вон там уже стоит ведро. Уже налила, сейчас быстро попью чай, потому что я опять проснулась в 2 часа. У меня сегодня болит просто все тело после тренировки вчерашней. Вот, поэтому все-таки я, наверное, думаю, что буду 3 раза в неделю заниматься, либо... Через день. Не знаю, посмотрим завтра на мое самочувствие. Но сегодня я прям встала, проснулась в 9 и такая думаю, блин, что-то все болит. И дальше уснула. И так я проспала до 2 часов.
Вот, так что кое-как встала. И сейчас надо заниматься делами. А то скоро уже снова придет Тёма. Сегодня он еще идет в ночь на работу сразу же. Ну, то есть сейчас он придет с утра и потом идет сразу еще в ночь. То есть поспит пару часиков и уйдет в ночь. Я вообще просто, мне его так жалко. Он же второй день так ходит. Я имею в виду, в смысле, неделю назад он так ходил, и сейчас еще пойдет. Короче, капец, у них там что-то... Ну, из-за того, что все в отпусках, его переводят то в одну смену, то в другую смену, вот поэтому он, ему приходится так работать. Так что вот, буду делать сегодня опять всякие дела по дому. Когда-нибудь я найду себе работу. Я вчера выставила на Авито то, что типа фотограф, там все такое. Если кто не знает, я занимаюсь фотографией немножечко. Вообще, мне надо попроходить какие-нибудь курсы, понятное дело, но пока у меня нет такой возможности, и что-то пока как-то, не знаю. Прошла еще только 6 дней после того, как я закончила БСТ, господи, короче. Так что я надеюсь, что за месяц я найду какую-нибудь работу и уже буду на постоянке работать, либо хотя бы временно. Вот, а то меня все гонят, такие говорят, иди работай, иди работай, иди работай, да блин. А сестра, которая у меня живет в Воронеже, родная, она мне говорит, не слушай никого, хотя бы месяц отдохни, потому что, блин, перенастрой свой мозг, и я с этим согласна, потому что, блин, сразу идти работать еще и пойду куда-нибудь не туда, и вообще не думавши пойду, если то получится какой-нибудь кошмар, поэтому... Лучше я подумаю, сосредоточусь, приду в себя после БСТ и потом уже спокойно буду искать работу. Я и сейчас ее ищу работу, но именно вот ходить там искать буду уже, наверное, через недельку, может, где-то, потому что у меня от БСТ до сих пор отходняк, вот. Так что такие у меня делишки. Сейчас попью чай и буду мыть полы. Забыла вам снимать. Короче, убираю с сушилки белье. Сейчас буду все в шкафчик складывать аккуратно. Вот. Целый час сейчас разговаривали с мамой по телефону. Ну, это капец просто какой-то. Теплый халатик. Я его очень люблю, поэтому надену. Потому что все-таки, хоть у нас на Урале и лето, но дома все равно очень прохладно. Вот. Хотя сегодня, вот, например, у нас погода прям вообще ужасная. Вроде обещали, что будет там что-то какая-то жара. Но пока я никакой жары не вижу. Пока что вижу одни тучки и пасмурно. Вот, так что сейчас у меня по плану мыть полы. В общем, Тёма пришел с работы, мы покушали, я поставила манник делаться, включила на диване, сейчас тут доприбираюсь на кухне, помою посуду после того, как мы поели, и все. И, в принципе, сегодня, наверное, больше ничего не буду делать. Тёма сейчас поиграет, поспит, пойдет на работу снова. И я не знаю, что буду делать. Мне надо обувь постирать, помыть. Может быть, этим и займусь. Уже готов майник, поэтому сейчас будем его разрезать на кусочки. Потом вечером перед тем на работу, наверное, попьем чаек. Вот. И я сейчас, как вы видели, разбиралась вообще в вещах, потому что у нас вот этот шкаф дурацкий, он у нас просто весь сломался, покосился, и, короче, оттуда все упало, поэтому я решила сразу все уже перебрать, чтобы потом лишнее туда в этот шкаф не складывать. И, в общем, целый пакет бумаги просто выкинула. Вот.
Надо будет увезти маме там еще некоторые вещи, пока у нас шкафа нет нормального. Я маме все увожу, у нее там много места, поэтому... Вот, пока что у нее все хранится. Завтра, наверное, пойду к ней тоже домой, и там у меня тоже куча всего просто лежит, всяких тетрадей, всякого Блять, такого, поэтому тоже надо будет все перебрать, выкинуть, разобрать. В общем, завтра уже увидите в следующих влогах. Вот, а пока разбираюсь тихонечко, освобождаю место дома. Вот, так что такие дела. Сейчас буду разрезать манник, и потом будем уже кушать его. Тёма еще сегодня поспит перед работой, так что вот, сейчас пока сидит, играет там. Вот такой манник у меня получился. Не знаю, насчет вкусно или нет, но сладко, наверное, будет по-любому, потому что я насыпала пудру. Вот так вот. Цветочки мои тут стоят. Катюшка, которую я подарила. Катюшка — это моя сестра. И вот еще гортензия стоит от родителей. Тоже по поводу диплома. Меня тут задарили цветами. В общем, делаю Тёме бутерброды. Он берет с собой в ночь всегда только бутерброды. Когда идет типа на работу с утра или с трех, то берет второе или первое. Вот так что сейчас мы сделаю, потом разбужу его и будем кушать манник. Тёма ушел на работу. Я такая страшная просто. Вот сейчас включила свет. И просто я поняла, что я очень страшна. Потому что я уже какой день опять не смываю косметику, которая у меня была. Поэтому у меня глаза черные все такие. Вот, короче, уже, наверное, либо сегодня вечером, либо уже завтра утром уберу всю косметику. Потому что у меня нет ватных дисков. Господи, я не могу сходить в магазин. Какой просто ужас, кошмар. Вот, и Тёма сейчас шел на работу. Я вам хотела, кстати, показать, что мы сделали с шкафом. Сейчас я вам покажу. Короче, как-то так у нас получилось. Я не знаю. В общем, получается, что вот здесь мы убрали эти все куртки, которые, помните, я вчера показывала вам, говорила, что не вчера или когда там. Короче, убрали все вниз, все эти куртки. Тут у нас тапки какие-то лежат, тут тоже обувь какая-то. Здесь, в общем, это все упало, и поэтому я не стала уже больше разбирать это все обратно. Вот, и поэтому здесь все так же теплые вещи, тут все так же осталось, вот только переехала, типа, вот отсюда, вот сюда переехала эта корзина, потому что она была очень тяжелая, и я из нее все выгребла. Теперь у нас в коридоре просто стоит куча мешков, которые надо выкинуть. А я, наверное, с вами попрощаюсь, потому что, что-то, мне кажется, уже слишком длинный влог какой-то получается. Вот, так что сейчас зашторюсь, чтобы меня никто не видел. И, наверное, сяду, посижу за компьютер, может, какие-нибудь курсы попрохожу, не знаю. Что-нибудь нужно чем-нибудь заниматься, начинать, а то мне уж самой как-то стрёмно, что я не хожу, не работаю, ничего не делаю. Вот, так что сейчас сяду за компьютер и буду делать всякие дела, обучаться чему-нибудь. Так что всем пока, до следующих видео.